Его прозвали народным героем. Альберт Бикмуллин, который спас детей от родного отца, подписал контракт на военную службу. О том, как он защитил малышей и почему теперь решился защищать мирное население новых регионов России, расскажем в нашем материале. Рустам Нургалиевич, награды были. Это только одна из наград, которую получил Альберт Бикмуллин за спасение детей. Неприметный с виду человек стал известен на всю страну зимой этого года. Проезжая мимо вот этого дома, он услышал крик детей, подумал пожар и сразу бросился на помощь. Окошко приоткрыто было, услышал крики детей. Это потом Альберт поймет, что нет никакого пожара. А дети кричат, потому что их родному отцу в пьяном угаре показалось, что горит квартира. Он кричал в окошко, что горит. Я говорю, у тебя ничего не горит. Все нормально, я говорю, успокойся. Альберт, как профессиональный атлет, взобрался на козырек магазина и успел поймать девочку, которую выбросили с пятого этажа. Второго ребенка он спас иначе. А потом еще несколько минут удерживал отца детей до приезда полиции. После этого Альберта прозвали народным героем. Сегодня, спустя 4 месяца, Альберт пришел в центр Батыр, чтобы подписать контракт и отправиться на специальную военную операцию. Приблизить нашу победу, чтобы какой-то вклад внести в нашу только нашу общую победу. Розалии Галиудиновой, которая принимала документы у народного героя, Альберт показался знакомым. А когда увидела награды, сразу поняла, кто это. Сначала я на него посмотрела, и лицо показалось мне очень знакомым. Потом уже в процессе беседы я задала наводящие вопросы, и так вот мы выяснили, что он наш герой. Конечно, мы очень рады, что такие люди приходят к нам, заключают контракты и защищают нас, нашу родину. Альберт по военной специальности водитель, и на СВО тоже хотел бы им быть. Стаж более 20 лет управления автомобилями. И тут же в центре ему предложили пойти в элитные войска. Альберт Бикмуллин не просто герой, а еще и многодетный отец. 2 девочки, 3 мальчика. На СВО у него уже служат двоюродные братья. Думал, идти или нет на фронт, говорит Альберт, с того самого момента, как спас детей. Последняя подпись под документами и контракт готов. Отправка ожидается на следующей неделе. Равиль Мукменов, новости Набережные Челны.